Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 34-го тура Ла Лиги Сельта-Леванте. Встречаются 9-я и 12-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 8 раз играли на обе забьют «да» и 7 раз на тотал «больше». Сельта не побеждала Леванте в последних 4 очных матчах. Последние 6 очных матчей прошли на обе забьют «да». 5 последних очных матчей на поле Сельты прошли на тотал больше. Статистика команд. Сельта последние 3 домашние матча отыграла на тотал больше и обе забьют «да». Сельта последние 2 матча отыграла на 2-1. Леванте проиграл 3 последние матча, последние 2 со счетом 0-1. Леванте последние 4 выезда отыграл на обе забьют «нет», 3 из которых были на 1-0. Всего же у Леванте 6 последних выездов на тотал меньше. В минувшем туре Сельта выиграла 2-1 у Асасуны. Хозяева очень опасно бегали в контратаке в первом тайме. И Яго Аспас одну из них реализовал на 42-й минуте. Во втором тайме Памплона поднажала и создала несколько опасных моментов, но пропустила второй гол после подачи углового. Ближе к концу матча гости забили с пенальти, но большего Сельта не позволила сделать. Леванте проиграл Эльче 0-1. Эльче взял важную победу. Хозяева играли вторым номером. В первом тайме прошла результативная контратака. В тайме втором Леванте спасла стойка ворот. Гости создали несколько неплохих моментов, но реализовать их не смогли. Очный матч первого круга закончился 1-1. У Леванте идет аномально длинная низовая серия. Из последних 14 своих матчей 13 Леванте отыграл на тотал меньше. Леванте проиграл 3 последние матча. Никогда в этом сезоне Леванте не проигрывал более 3 матчей подряд. С другой стороны, Сельта проиграла 2 последних очных домашних матча Леванте. В очных матчах Леванте и Сельта играют очень результативно. Леванте не играл в ничью последние 8 матчей в Ла Лиге. Если свести все до кучи, получится, что самым ожидаемым исходом на предстоящий матч будет 1-1. Не должен бы Леванте третий матч подряд отыграть на тотал меньше 1,5. По крайней мере, в этом сезоне Леванте никогда не играл 3 матча к ряду на тотал меньше 1,5. С другой стороны, Сельта не должна бы проиграть третий очный домашний матч подряд Леванте. С другой стороны, не должен бы Леванте проиграть 4-й текущий матч подряд. Вот и выходит, что ничья была бы самое то на эту игру. Из связки ставок тотал меньше обе забьют «да» ничья, самый высокий коэффициент стоит на ничью 3,48. На тотал меньше 1,98, на обе забьют «да» 1,73. Здесь надо обратить внимание на ничейный исход, который очень реален на такой матч. У дядь Юры ранее как-то удачно складывались ничейные прогнозы на домашние матчи Сельты. Если говорить о самой ожидаемой ставке, то это будет обе забьют «да». Сельта в домашних матчах достаточно много забивает и много пропускает. Леванте аномально много отыграл нулевых матчей, 7 из последних 8. Поэтому здесь должны бы забивать обе команды, тем более что очные матчи Леванте и Сельты проходят, как правило, результативно. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.